Кощунственная свалка. Вандалы свалили украденные на кладбище памятники во враг. Памятник кто-то выкинул. Надо думать, а? Кошмар, конечно. У меня слов нету, чтобы вот так сделать. Предательство этого, вот кощунство. Возмутительно, что люди вот такие просто вот к своим предкам вот так относятся. Местным жителям удалось заснять предполагаемых вандалов. Подробности в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале Че.